Владимирская областная прокуратура сообщает об утверждении обвинительного заключения в отношении вора в законе Пацо, который подозревается в занятии высшего положения в преступной иерархии. Данный авторитет был коронован согласно традициям преступного мира. Это дало ему право требовать от мира криминала не только уважения, но и чтить его титул вора в законе. В 2019-м Сулок Велидзе оказался в СИЗО-1 УФСИН области. Он в нарушении всех правил громко объявил остальным арестантам о своем статусе. И, как уточняет пресс-служба прокуратуры, также получил от них признание. По результатам расследования обвиняемый вину в совершении преступления не признал. Дело было передано в областной суд. Известен также один интересный факт. В заключении Пацо не был послушным и тихим, а когда один из надзирателей ударил его по ноге, чтобы тот поставил их шире на растяжке, он ответил ему ударом в лицо. За это в 2015 году по статье за дезорганизацию работы исправительного учреждения ему добавили к сроку еще 2,5 года.